Так. Выше ногу, шире шаг. Самарские школьники борются за звание лучших в строевом марше. Финал летней серии военно-спортивной игры «Зорница» проходит в поселке Рощинский. 9 команд по одной от каждого района соревнуются в разных дисциплинах и на себе испытывают все тяготы военно-полевой жизни. Хоть и в облегченной версии, но с полным антуражем. Пробежать под огнем, развернуть плащ-палатку и успеть пройти все испытания за самое короткое время. Трудно, порой страшно, но все нипочем, когда рядом плечо друга. Что нас замедляло, это колючка и сетка, через которую не все могли пролезть, перейти. Особенно девчонок, мы всех подгоняли, держали сзади. Было много дыма, пыли, наглотались, надышались, выстрелы, взрывы. Весело, круто. Я с радостью бы прошел ее еще раз. Я в первый раз на полосе препятствий с этим бронежилетом, этой каской. Под колючей проволокой веселее всего, потому что страшно поднять голову. Ну, мне очень понравилось, я бы еще раз прошел ее. В этом году «Зорница» проходит в рамках форума «Армия-2017». Участники познакомились с возможностями современной военной техники, а также посмотрели военно-тактические учения. А главное, смогли проверить себя на прочность в настоящих испытаниях. Игра, в которой нет проигравших. Здесь все выиграли, потому что здесь все находятся на полигоне. Они здесь видят, они нюхают порох, они понимают, как это важно, как это значимо быть защитником своей отечества. Зеленую весной, по старую сосной, с любимой Ванюша прощается. Виктория Шара и Марина Матвишина. События.